Ну, понятно, что любое напоминание о том, что информация, которую я посылаю там конкретным людям, что она где-то хранится спецслужбами, просматривается, это, конечно, неприятно. Мы можем считать, что это зло неизбежное, что таким образом спецслужбы могут, может быть, лучше находить террористов, и мы готовы с этим смириться. Но даже пресловутые американские спецслужбы, да, которых мы точно, мне кажется, что они как бы избыточно занимаются вот этой слежкой, даже они делают это за счет государства, а не за счет людей. И когда здесь у нас в России принимается закон, что провайдеры обязаны делать это, а это такая недешевая игрушка, да, то есть хранение всей информации. Представляете, сколько каждый человек, один человек генерит вот этой информации. Хранить эту информацию, то понятно, что это все ляжет на наши с вами плечи. Поэтому я готов дискутировать на ту тему, насколько нужно или не нужно как бы проверять информацию, которая исходит от меня, но мне точно кажется, что это не нужно делать за мой счет.